Да, зимняя рыбалка хороша. Вот эти вот все просторы, красота неописуемая. Такое ощущение, что находишься, когда выходишь на такие просторы зимние, что ты как будто на другой планете находишься. Но радость быстро сменяется печалью, когда начинаешь сверлиться, ловиться, и ничего не клюет. Нужно понимать, что вот 90% территории вы просверлите и ничего не поймаете. И только на 10% вы найдете рыбу. Так вот, сегодня мы как раз поговорим об этом, как эту рыбу найти. Итак, давайте начнем. Сегодня мы поговорим вначале, в первой части видео, о методике поиска живца. Я такую для себя сформировал за годы ловли и поиска этого живца. Какие проблемы и нюансы я приходилось преодолевать. Вот. А во второй части видео мы поговорим о более простых вещах, будет дальше больше для новичков, о технике ловли живца и о снастях. Январь-февраль – достаточно сложные месяцы. Именно в это время сталкиваешься с сложностями в поимке живца. Клев очень нестабилен, он может быть и утром, может быть и вечером, и очень краткосрочный. И именно в эти месяцы важно как никогда проявлять свою настойчивость, упорство и верить в успех. Итак, у нас на Саме наиболее популярные глубины, при которых клюет живец, от 2 до 4 метров. Иногда бывает чуть больше. Но именно основная масса живца находится в этом, на этой глубине. Более крупный окунь, например, когда вы пойдете на окуня, конечно же, искать можно будет гораздо глубже. Об этом, конечно же, будет отдельное видео. Итак, прибывая на новое место, мы первое, что должны для себя определить, это особенности берегового рельефа. А где какие есть выступы, может быть, камышовые или береговая линия, каким-то или такие выпуклости или вогнутости, на них обращая внимание. Также смотрим, есть ли у нас острова где-то. Особое внимание уделяем их острым окончаниям. То есть обычно острова они не круглые, а вытянутые. И вот как раз их края наиболее такие интересные места. Также мы обращаем внимание на карту глубин, смотрим, ищем на ней банки какие-то, гряды или косы. Ну вот давайте возьмем какой-нибудь примерный участок и сами попробуем определить, какие места наиболее перспективные. А теперь давайте сами себя проверим. На экране вы видите реальную карту глубин, где я провел достаточно много времени. Сейчас вы можете поставить на паузу и сами для себя попробовать определить наиболее интересные перспективные места на предмет поиска живца. Значит, перепад глубины, вот где с голубого у нас переходит в белое, это как раз граница 4-метровой глубины. Соответственно, все, что более темный синий, это мелкая глубина, прямо белый цвет, это все, что глубже 4 метров. Идем слева направо. Первое место, которое мне кажется перспективным, вот этот вот ярко выраженный мыс. И примерно вот на этой глубине мы попробуем здесь что-то поймать. Следующая позиция, которая мне показалась интересным, это ярко выраженная банка посреди больших глубин. Здесь я тоже задержался и попробовал поискать живцов. Следующая точка, мы пойдем в верхний край берега. Значит, и мы смотрим как раз вот эти ярко выраженные, ну, не может быть не ярко выраженные, но достаточно четкие углубления рельефные и уменьшения. В том числе и по береговому рельефу, вот видим мы здесь какую-то заводь, да, они есть побольше, есть поменьше. Значит, вот следующие точки мне показались интересными. Ну и на южном береге, мне кажется, вот такое у нас большое плато есть. В принципе, оно все достаточно по себе перспективное. И всю эту часть тоже можно активно обловить. И плюс еще у нас такой небольшой, далее тоже есть выступ. Тоже можно попробовать что-то там поймать. Ну а теперь посмотрим, что же получилось на деле. Какие точки дали результат, а какие нет. Значит, самые перспективные оказались верхние, где у нас верхняя заводь углубления. Это достаточно было неожиданно. Вот эта точка оказалась наиболее стабильной. Она практически в любое время года достаточно эффективно работает. И хорошая плотва. Бывает, правда, даже достаточно крупная. Вторая точка – это вот как раз наше большое плато, но оно оказалось наиболее эффективным в достаточно небольшой глубине, как раз где-то примерно на 2 метрах. Хотя, казалось бы, должно быть немножко подальше. Вот. Здесь более мелкий живец, что хорошо даже для нас. Вот. И вперемешку плотва с окунем.
Следующие две точки периодически дают результат, иногда хорошо, иногда плохо. Поэтому обозначу их желтым цветом, как среднего качества точки. Значит, почему у нас получилось, что у нас баночка вот наша посреди глубин не всегда эффективно работает? Конечно, плохо то, что она достаточно маленького размера. И обычно для банок было бы хорошо, если бы они были более крупными. Тогда там больше малька обычно находится. Вот. Ну, мысль работает, ну, не столь эффективно, но как есть. Вот. А следующие точки, которые вы видите, они, на удивление, некоторые из них, особенно что касается южного мыса, результаты совершенно не дали. Вот. И не работают. Всяко бывает, вроде бы перспективные, но как по факту оказалось, по какой-то причине не работают. Итак, определив для себя перспективное место, я обычно начинаю с 2 метров, сверлим лунку и ее проверяем. Нет смысла ждать особо долго, я обычно до 5 минут больше на одной лунке времени не провожу. Если поклевок не было, я перехожу на другую лунку. Это когда мы опускаем мормышку на дно, я примерно поднимаю на 5 оборотов и начинаю ловлю. Если у нас в течение там, 3-4 минут поклевки не произошло, я делаю еще 5-7 оборотов, поднимаю повыше и проверяю, нет ли в пол воды, в толще воды живца. Если опять нет поклевку, тогда можно и смело сверлить следующую лунку. Следующую лунку я обычно сверлю примерно 5-7 шагов в сторону глубины, прохожу и проверяю. И дохожу до глубины примерно 5 метров. Если у меня ни на одной поклевке не было, дальше мы смотрим вдоль береговой линии, смотрим или вдоль банки, или вдоль гряды. Смещаемся в левую или в правую сторону от той линии, которую мы просверлили. И таким образом двигаемся дальше. После того, как мы определили, на какой глубине концентрируется живец, вот дальше уже мы примерно стараемся держаться именно этой глубины. Ну а теперь давайте перейдем к снастям, которые я использую для ловли живца, а также немного расскажу о технике ловли. Итак, первый вид снасти, который я использую, это вот такая у нас удочка продается в Финляндии. Я думаю, в России подобные есть тоже, с кивком вот таким вот и катушечкой. Я использую обычно мормышку вот такого плана, ярко-зеленая обычно у меня, либо серебристая. В качестве наживки я использую опарыша красного цвета. В Финляндии он достаточно популярен, и мне тоже нравится больше, чем белый, как-то лучше на него клюет. И опарыши мы насаживаем на мормышку нашей удочки. Стоимость такой баночки примерно 1 евро в Финляндии. В январе и феврале очень нестабильный клев живца, и он происходит такими выходами, буквально по 10, по 5 минут, а несколько час-полтора, может быть, вообще ни одной поклевки не быть. Вот. И нередко, и когда у меня на мормышку нет поклевок, я могу удочку оставить рядышком в лунке, а сам использую блесенную удочку, вот такого плана, из России купленную. И вот такая блесенка у меня с крючком внизу. Значит, и на него я тоже насаживаю опарышей. И с техникой ловли блесны также пытаюсь поймать живцов. И нередко это выручает. Самое удивительное, что на мормышку может не клевать в соседние лунки, а на блесну происходят поклевки. Итак, мы поговорили о блюсиной удочке, о мормышковой удочке. Ну и третий вид снасти – это так называемая катиска. Да, существуют зимние катиски. Выглядит она таким вот образом. В Финляндии она стоит порядка 30 евро. Значит, вот приходите на рыбалку, сверлите лунку. Здесь внутрь кладете, можете положить прикормку какую-нибудь. Вот, значит, и вот таким вот образом она выглядит. И эту нашу катиску можно разложить. Мы ее берем, вот здесь вот тянем за веревку, и она у нас раскладывается. Естественно, раскладываете вы ее уже когда она находится в лунке, в воде. Она вот таким вот образом раскрывается в самой воде. И значит, мы ее опускаем вот по веревочке вниз на дно и оставляем на ночь. Утром приходим и, собственно, частенько там попадаются живцы. Я не могу сказать, что этот способ очень эффективный. Бывают нередко случаи были, что у меня катиска была пустой. Поэтому, если вы думаете, что это панацея от
того, что вы придете и не наловите живцов, то это не так. Это скорее запасной вариант, который можно применить, вот, и который может выручить в сложной ситуации. И теперь совсем пару слов о технике ловли живца. Значит, поднятая на 5 оборотов мормышка от дна находится у нас в спокойном положении. Раз приблизительно в 15 секунд мы делаем такое движение вверх удочкой, приподнимая мормышку и тем самым привлекая живца, который, возможно, находится чуть выше, чем наша приманка. Ну и, возможно, в той же, на том же глубине также привлекает живца. Если это тоже не помогает, изредка я применяю технику вот такого плавного поднятия удочки. И иногда это также приносит результат в виде поклевки. Уверен, каждый из вас, даже опытные рыболовы, сталкиваются с ситуацией, когда час, два, три, рыбалка безрезультатная, все грустно. Вот. И в том числе я через это прошел, и даже с этим сталкиваюсь сейчас, тоже такое бывает. Главное не унывать, терпеть, анализировать свои ошибки и двигаться дальше. Надеюсь, видео было полезным для вас. Спасибо большое за ваше внимание. Не забывайте подписываться, если вы еще не подписались. До новых встреч на рыбалке в Финляндии.